Всем кротовый привет, дорогие друзья, с вами снова Паша Фриман. И сразу извиняюсь за качество записи, потому что я это записываю в Москве, на телефон, в машине сейчас нахожусь. И поэтому, собственно, такой вот звук вы слышите. Соответственно, сегодняшний ролик я хочу подготовить для вас по поводу изменений боевых рейтингов в War Thunder, которые будут у нас применены с конца июня. А вообще, в целом, я решил записать это, потому что надо это сделать как можно быстрее, и из-за того, что я приеду слишком поздно сегодня, я решил это все сделать, собственно, на лету, скажем так. В общем и целом, ребят, слушайте внимательно, и ссылочку, естественно, я оставлю, если что, в описании, чтобы вы визуально сами могли перейти и все это увидеть. В общем, все топы, которые у нас сейчас есть в игре, получают новый боевой рейтинг 10.7. То есть у нас ввели 10.7 и на него переносят топы. Такие как СТРВ-122, Ариэта ПСО, Леклерк, Леопард 2А5, Т-80У, Абрамс М1А2 топовый, естественно, Челленджер 2А2Ф, на котором я, кстати, недавно выходил обзор. Все они получат 10.7. А танки тип 90Б и тип 90 обычный получат 10.3. Разумеется, это все правильно, и топовая техника будет еще дальше отделена от предтоповой. Так как вы все знаете, что на топовых машинах и предтоповых разница иногда бывает слишком большая в характеристиках, поэтому иногда в баланс не очень мы хорошо вписываемся. Далее поговорим про другие интересные изменения. Например, объект 279. Теперь у него боевой рейтинг будет 8.7, а был 8.3. Это тоже правильное решение, потому что, например, на тех же чифтонах, когда вы попадаете против 279 объектов, пробить их практически нереально, потому что их эффективно пробивают только птуры и ломики. А у чифтонов начальных там только обычные подкалиберы, и прям реально очень тяжело с ними бороться, как в принципе и всем остальным другим противникам. Во всяком случае, как мне показалось. Я думаю, со мной вы тоже согласитесь, что это правильное решение. Далее, CM11 получает боевой рейтинг 9.0, а был до этого 9.3. Разумеется, ребят, если что, я все это рассказываю про реалистичные именно бои. Далее, из интересного, Т-62М1 получает 8.7, а был до этого 9.0. Леопард 2К, то бишь Кайлер, получает 9.3, а был тоже 9.7, то бишь у нас идет небольшой ап техники. И, соответственно, с топовыми танками эти машины не будут встречаться. И это прекрасно. Далее, БМП-3 получает боевой рейтинг 8.3, но только в аркаде. К сожалению, в РБ ее не стали трогать. Я бы дал ему 8.3 и в реалистичных боях. Также новинка патча 1.99 Хризантема S, на которую тоже есть обзор. Кто не смотрел, ребята, смотрите обзорчики, это очень важно. В общем, она тоже получает небольшой ап за счет снижения боевого рейтинга до 9.3. До этого у нее был 9.7. Далее, БМП-2М. Он же Бережок, получает боевой рейтинг 9.0. На что, собственно, я и делал акцент в обзоре на эту машину. Теперь, я думаю, она будет играться немножечко попроще и более адекватно. Теперь, скажем так, будет смысл ее выкачивать вам. Далее, Чентаврик МГС получает 10.0 только в аркаде. Далее, Пантера Д получает боевой рейтинг 5.3, был 5.7. Соответственно, теперь больше будет пантер встречаться против обычных 34-ок. Я думаю, что советом будет немножечко некомфортно воевать на Т-34. Потому что Пантера Д достаточно грозная машина. Несмотря на то, что там слабый поворот башни, она все-таки воюет очень жестко, и снаряды у нее адские. Да и броня есть, как бы, в конце концов. Так что я думаю, Пантера сейчас будет себя чувствовать намного лучше. Хорри прототип у нас немножечко понерфился, потому что теперь у него не 6.0, а 6.3 будет. Ну, в принципе, оно и логично. У нее снаряды по 200 мм пробития и достаточно неплохая броня. Я думаю, боевой рейтинг 6.3 будет достаточно ему более логичен, чем 6.0. Все-таки на 6.0 он себя чувствовал слишком хорошо. Далее, Штурмпанзер 2 у нас получает боевой рейтинг 1.3, а был 1.7. Но я думаю, в принципе, это сильно не повлияет ни на что. Привет, Сашка. Привет. Также у нас Арчер получает повышение боевого... Также у нас Арчер получает ап, у него боевой рейтинг теперь будет 3.0, а до этого был 3.3. Но я думаю, этому говну особо ничего не поможет, даже в снижении боевого рейтинга. Далее, что я заметил интересно, это Су-152 получает боевой рейтинг 4.7. До этого был на 5.0. Также его поменяли местами с другими сушками. Более подробно вы можете увидеть это все в самой... 100 метров поверните направо на дублер. Более подробно вы это все сможете увидеть в самой таблице. Напомню, что ссылочку я оставлю в описании на нее. Также в аркаде снизили боевой рейтинг для Скорпиона М56. Теперь у него будет боевой рейтинг 6.3. Но я думаю, тоже это сильно ему не поможет, потому что его убивают с любого пулемета. Плюс топовые зенитки у нас тоже получили небольшой ап. С боевого рейтинга 10.0 до 9.7 апнули Роланд 1 и Флагпанзер
один. Ну и в целом, я думаю, что это и все изменения из таких интересных по наземной технике. Авиацию я не стал затрагивать, чтобы не растягивать Маршрут ролик. Перестроен. Поедем по другому флангу. Авиацию я не стал... Поверните налево. Авиацию я не стал затрагивать, чтобы не растягивать ролик еще больше. Соответственно, ребят, своим мнением вы можете поделиться в комментариях, и мне будет интересно почитать. Я считаю, что, в принципе, большая часть этих изменений, они правильные, и я думаю, что на топах будет рандом у нас более лоялен для новых игроков и для старых, в принципе, тоже. Ну, а если видео вам понравилось и было полезно, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, в группу ВКонтакте, в Дискорд, в Инстаграм вступайте, на мой Твич подписывайтесь, все ссылки будут в описании. С вами был Паша Фриман, который записывает ролик на телефон на ходу в машине. Всем удачи, и от Сашки вам всем привет, и пока-пока.